9 декабря в спортивном зале физкультурно-спортивного комплекса прошел ежегодный третий турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти погибших сотрудников полиции ГУВД Хасавюрта. Организаторами и спонсорами выступили руководство СДЮШОР и физкультурно-спортивный комплекс. Соревнования такого уровня на базе спортивного комплекса проводятся систематически и направлены на привлечение молодых ребят к занятию спортом. В соревнованиях приняли участие спортсмены с городов Дагестана. Около 50 юношей разных весовых категорий боролись за звание лучшего. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».